уже совсем скоро начнутся съемки новогодних программ. Именно по этой причине стал опять обостряться конфликт между Ольгой Бузовой и Аллой Пугачевой. По некоторым источникам, натянутые отношения между звездами длятся еще с 2019 года. В последнее время стали появляться слухи о том, что якобы Примадонна выражает твердое желание не допускать голубому огоньку ведущую «Дома-2». Алла Борисовна считает выступление Ольги вульгарным. Такого рода позицию Пугачевой также поддержал Иосиф Пригожин. Он считает, что спорить с артисткой не нужно, ведь она знает лучше. Не стоит спорить с Аллой Борисовной, она профессионал своего дела, поэтому возражать здесь не буду, ведь у нее большой жизненный опыт и она имеет точный взгляд, заявил продюсер. Как считает Антон Богославский, менеджер певицы, его подопечная лично с Пугачевым не знакома. А вот супруг Примадонны Максим Галкин на Ольгу подписан в социальной сети Instagram. По меркам современного мира такого рода действия можно расценивать как личную дружбу. Спасибо, что досмотрел видео до конца. И если оно показалось тебе интересным, то не забудь подписаться на канал и поставить лайк. А еще обязательно переходи вот по этой ссылке. Там еще много чего интересного для тебя. Друг, не забудь подписаться на канал. Я старался для вас.